Но с другой стороны, не надо лезть в ситуацию. Часто люди вот с мужем плохие отношения, все, надо туда лезть. Не надо туда лезть. Как анекдот есть такой детский, как раз подходит под эту тему. Я помню, в детстве рассказывали. Ковбоя поймали индейцы, и как бы ковбой такой, привязали его к дереву, он стоит такой. Ну что такое, а? Неужели конец, такой? Стоит, причитает внутри себя. Надо молиться же, а он стоит, причитает. И внутренним голосом говорит, нет, не конец. Ну а что, вот почему, что такое, ну вот, неужели конец? А нет, не конец. Ну, может, конец уже, все. Ну хорошо, вон, видишь, вот тот вот индеец с самыми большими перьями. Видишь, он там вот танцует. Видишь, вижу. Крикни его к себе, позови. Позвал. Плюнь ему в лицо. Плюнул. Вот теперь конец. Именно этим мы занимаемся. Вот. Видишь, вот своего мужа сейчас он разъярен. Видишь, он закрылся в своей комнате. Открывай дверь. Открыла? Подходи к нему. Подошла? Теперь скажи ему все, что ты о нем думаешь. Сказала, вот теперь конец. Ну, то есть, вот классика жанра, чем мы занимаемся постоянно. Мы доводим ситуацию до безумия. Почему? Потому что есть такой спецэффект. Этот эффект используется в природе. Удаву не надо сильно напрягаться. У него из глаз исходит энергия смерти. И когда он рот открывает, вот так лежит, да, лягушка, которая пропрыгивает мимо, ему даже бегать никуда не надо, понимаете, он открывает рот вот так и смотрит на нее. И она такая раз, застывает, видит его рот и думает, блин, что, в чем дело? Что за ерунда какая-то? Страшно что-то, надо разобраться, чего это так страшно там? И она такая прыг-прыг туда, пытается понять, неужели так страшно, правда? Еще прыг, еще страшнее, ничего себе. Потом раз, и он, оп, закрыл рот, и все. Чего напрягаться вообще не надо. Она сама туда прыгает в рот. Классика жанра, понимаете? Поэтому давайте не будем в рот прыгать в злой судьбе. Трудность жизни надвигается. Нужно в это время отодвинуться от жизни. Не надо предпринимать никаких действий, нужно сначала в молитве снять все напряжение и хотя бы понять, насколько тяжелая ситуация. Если вы молитесь, 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 а груз только увеличивается, как вот девушка говорит. Я вчера на ретрите с утра побыла, еще и пожелала всем счастья, у меня только вот все всколыхнулось внутри. Так это и означает, что ты вскрыла проблему, то есть значит там непочатый край работы, значит там много всего. И это является диагностическим признаком тяжелого периода жизни. Значит, трудиться надо больше, чем я тружусь, намного, если хочешь выжить. Ничему не надо удивляться в это время. Но если человек прыгает в огонь, летит в огонь, как мотылек, из-за того, что он видит этот огонь, тогда следующая стадия – это шок. Когда вся энергия кончается психически у человека, он как батарейка полностью разряжается, в этот момент наступает шок. Что такое шок? Это значит первые признаки шока. Есть не могу, спать не могу, разговаривать не могу, работать не могу. Могу сидеть и смотреть в потолок. Человек обесточен. Он не может ни жить, ни говорить, ни делать ничего. У него нет сил. Ни на что. И это ужасное состояние. Оно может длиться где-то недолго, недели две. И потом, когда человек все-таки бессознательно начинает силы всасывать от людей, от природы, потому что их, если человек... Понимаете, мы по жизни живем в замкнутой системе. Мы замкнуты на себе. Это называется эгоистическое существование. Мы постоянно думаем о себе, замкнуты на себе, мы ни с кем не контактируем, просто постоянно «мне так плохо», «Олег Геннадьевич, а мне, а у меня, а мое», и вот все «я, мне». Ну то есть мы очень сильно замкнуты на себе, поэтому энергетика низкая. Ну, на жизнь хватает, пока плохих периодов нет, мы живем как бы нормально все.
Но когда наступает плохой период, уже все, так жить нельзя. Это неправильная жизнь вообще в принципе, так жить неправильно. Человек не должен о себе думать слишком много. Надо желать всем счастья постоянно, молиться, работать над собой, выполнять свои обязанности. Вот в чем заключаются обязанности мужчины, допустим. Обязанность мужчины заключается в том, чтобы научиться терпеть, принимать эмоции и характер жены. Женщины постоянно эмоциональные, постоянно обидчивые, ранимые, капризные. Не просто там в природу куда-то капризные, ранимые, а в мужа. Почему? Вот она, допустим, женщина, может со всеми остальными разговаривать нормально. Приходит к мужу и пошла из него кровь тянуть. Почему так? Потому что женщина, она испытывает счастье, ее объект приложения усилий – это мужчина для женщины. Приложение – объект усилий, объект ее как бы желания – это мужчина. Она, женщина природно отдает свои силы легко детям, а от мужа силы надо брать. А как женщина берет силы от мужа? Она, допустим, улыбалась с подружками. Улыбалась, ходила, муж пришел на него. Или еще как-то. То есть начала сосать энергию. Обижаться, капризничать, не разговаривать. Ну, то есть сосать энергию. Это нормально. Вот некоторые мужчины думают, что за ерунда такая. Ну ведь была же нормальная только. Я пришел, начала капризничать. Это так действует природа. Ей хочется брать силы мужчины, женщине, и мучить его постоянно из-за этого. Так природа действует. Потом, когда она его замучит, она говорит: Олег Геннадьевич, я его замучила, что делать? Он ушел. Знакомая история женщины? Знакомая. Что делать мужчинам? Надо понять, что мучить тебя будет жена. Никто другой там, а жена будет мучить. Теща, если как бы жена не мучает, теща будет мучить жена. Ну, кто-то из них двоих. Один. Если жена мучает, теща обычно не мучает, она добрая. Если жена не мучает, теща мучает. Ну, кто-то из женской половины, вот ты женился, кто-то из них один будет мучить тебя обязательно. Надо это принять просто. Если теща не мучает и жена не мучает, Олег Геннадьевич ошибся. Не волнуйтесь, родится дочка, она будет мучить. Значит, все еще впереди. Кто-то из женщин должен мучить. И в чем заключается любовь мужчины? В чем любовь заключается? В том, чтобы вот это понять, что так вот устроен мир. И любовь означает успокаивать женщину, обнимать ее. Он говорит, это же унижение. Вот это унижение означает любовь, успокаивать, по-доброму себя вести, ласково себя настраиваться, несмотря на ее капризы. Это обязанность мужчины так себя вести. Теперь обязанность женщины в чем заключается? Мужчина для того, чтобы ему быть в обществе сильным в жизни, он должен, чтобы в него верили. Кто-то должен верить в него. Ну, хотя бы, может быть, тараканы в доме. Или, я не знаю, собачка местная какая-нибудь, может, домашняя, должна верить. То есть... Если в мужчину не верят, то он не может быть сильным. У него нет силы. Но на самом деле в своем сердце мужчина, каждый мужчина сильно хочет, чтобы в его верила именно жена. Потому что именно жена, когда в него верит, она отдает ему много силы. Но у женщины внутри есть один механизм. Она видит все недостатки мужа. Причем, ладно, там видит и забыла. Она их запоминает на всю жизнь. То видела и запомнила. И не может забыть никак. Она бы молча запоминала. Видите, вырвали страдания из сердца. Все нормально. Вот, она все запоминает. И когда мужчина же красоту видит у женщины, он видит красоту, видит, потом бац, что-то из нее вылезло, он не ожидал. Потому что она же красивая, должна быть хорошей, а из нее что-то вылезло.
Вот. И он ей говорит, ну ты что, так же нельзя, вот, ну посмотри, что ты вытворяешь. Она поворачивается и как из пулемета своей памяти ему все, что он делал до этого. Тра-т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 а. Он говорит, все-все-все понял, до свидания. Но несмотря на то, что женщина видит все недостатки мужа, она должна силой своей аскезы научиться делать хотя бы вот так. Не обязательно соглашаться, просто голова хотя бы двигалась вот так. А если вы будете еще просто повторять такую молитву, да, мой хороший, женщина, тренируйтесь сейчас, ну ли, да, мой хороший, да, мой хороший. Вот, просто автоматически, даже не соглашаясь, просто чисто вот так, то тем самым вы будете его сильно поддерживать. Он будет крепнуть, становится сильным, таким настоящим мужчиной в результате. Женщина становится красивой, когда мужчина терпит ее капризы, слабости. Мужчина становится сильным, когда женщина поддерживает его, ну, как бы фанатизм, глупости всякие. Поддерживает, да, мой хороший, там у него сбрело что-то в голову, да, мой хороший. Значит, мы туда пойдем, да, мой хороший, но лучше не ходить. То есть женщина сначала поддерживает, соглашается, а потом говорит свое мнение смиренно. Это нормально. Он тогда на него будет обращать внимание. А если она не соглашается с ним, ее мнение уже не нужно. Понимаете, это называется любовь. Вот это и есть любовь. А мы чем занимаемся? Жена начала капризничать, мы начинаем ее еще хуже выводить из равновесия. Муж начал что-то демагоги гнуть свою, мы ему перечим. Это означает непонимание, как жить правильно. Для того, чтобы вот это все делать, нужны силы. Силы берутся от Бога. Поэтому человек, как батарейка, должен заряжаться каждое утро. Должен или на природе гулять, если веры в Бога нет, или должен как-то с добрыми людьми контактировать в своем сердце. Может быть, через песни какие-то нравственные есть, песни добрые бывают. Их слушать как-то утром через людей. А еще лучше научиться верить в Бога, в святость. Вот житие святых, столько там полезных историй, читать это, изучать, вдохновляться жизнью тех, кто связан с Богом, и связывать себя с Богом, и убирать у себя истощение внутреннее. Когда наступает шок, человек, если не делает этого всего, он никогда не молился, никогда не желал всем счастья, не тренировался этим, не занимался, то дальше он не знает, что делать. Он как растение становится. У него все в жизни рушится, он не знает, что делать. У него нет выхода. В это время человек должен наполняться, у него нет сил жить, все, силы кончились, время забрало силы. Человек думает, что этот человек ушел и забрал, и думает об этом человек, как ты мог, ты меня истощил, я же умру из-за тебя, он так думает. А на самом деле вот этот человек не виноват, вообще никак. Он просто воплощает волю моей судьбы и все. Понимаете, проблема заключается в том, что мы не понимаем до конца механику, как работает жизнь. Он не может в это время рядом с тобой находиться. От нас, когда разрушается наша судьба, исходит такая злая сила от нас, что никто рядом не выдержит. Ни один человек, даже собачки убегают. Человек становится одиноко, потому что даже собачки от него убегают, они не могут с ним находиться рядом в это время. Никто. Понимаете? Потому что такая сила злая идет от тебя. И ты думаешь, они все меня не любят, я разочарована, эти все люди чужие для меня и так далее. Только духовно сильный человек может находиться рядом с тем, на кого действует злая судьба. И то ему даже тяжело. Когда человек жалуется на свою судьбу, от него идет плохая, это тяжелая энергия, даже духовно сильный человек с трудом выслушивает эти жалобы, потому что энергия тяжелая. Это надо понять просто, понимаете? Если мы это понимаем, понимаем, что происходит. Просто судьба испытывает меня, чтобы я был сильнее. В этом весь смысл, больше нет никакого смысла. Но если мы бунтуем, говорим, ты ушел от меня, гад, ненавижу, проклинаю, там еще что-то. Если устраиваем бунт на корабле, то будет еще хуже.
То есть, когда человек бунтует, злится на свою судьбу, он может в этой злобе всю жизнь прожить. Видели таких бабушек, делают, ходят, ругаются на всех, злятся. Это значит, они вышли из стресса просто. Вот на этой стадии шока, следующая стадия идет отрицание, и потом гнев и спор. Вот это пять стадий первых, которые люди должны преодолеть. Они все равно наступят. Но если человек не хочет принимать судьбу, он так останется на всю жизнь в этом, будет орать на всех, ходить, ругаться, гневаться, спорить и так далее. Причем интересно знать, что на этих стадиях может сломаться также психика. И все психические заболевания, они все как раз связаны с этими стадиями. Допустим, шок. Вот вторая стадия психического заболевания. Я видел в психиатрической больнице, стоит один мужчина вот так вот и причесывается. Ну, лет 20, наверное, уже причесывается, но без расчески. И врач сказал, что если ему расческу дать, за 5 минут все будет в кровь. Кровь будет, голова, головы кровь пойдет. То есть он причесывается без расчески, просто рукой вот так водит и все. И он не может ничего больше делать. И если он поел, допустим, он ест, как обычно, кушает, потом встает, начинает причесываться всю жизнь. Вот этот ступор возник в результате шока. Когда стресс входит в шоковое состояние, человек не может принять судьбу, у него нет внутренней возможности питаться от Бога, молиться. Он замкнут на самом себе, все, результат может быть печальный, ум ломается. Когда человек теряет разум, то его можно вернуть назад. Разум – это не основа жизни человека. Он пришел, ушел, человек лишился разума, начинает действовать как безумец. Потом опять возвращается разум, все приходит к норме. Но когда человек сходит с ума, то есть ум ломается, остов жизни человека ломается, тогда это очень трудно восстановить. Это можно тоже восстановить, но очень трудно. Молитва может и ум восстановить, привести в норму, но нужно, специалист нужен, который это умеет делать. Так психические болезни тоже лечатся с большим трудом и незапущенные стадии. После шока, когда человек вышел из шока, то первое, что происходит с ним, он хочет вернуть назад то, что было. Поэтому он всех спрашивает, он вернется ко мне или нет? В это время ему надо говорить, вернется. Вот каждый человек, если увидел человека в шоке находится, он говорит, вернется ко мне человек, надо говорить, вернется. Друзья, знакомые, для чего? Для того, чтобы поддержать человека. Он сам понимает, что не вернется где-то в глубь души, но ему нужна поддержка просто и все. Нужно успокоиться. В это время человека надо успокаивать. То есть человек отрицает, что произошло что-то плохое, пытается делать вид, что все нормально. Вот на этой стадии отрицания мать берет своего мертвого ребенка и начинает нянчить. Так, ага. Ну, то есть она пытается... Ну, как бы делать вид, что все хорошо, он живой. Вот такая стадия вот. Это еще шоковое состояние, человек ничего, он спутанное сознание, ничего не понимает толком, но он хочет себе показать, что все нормально. Жизнь как была, так и осталась. Время не влияет плохо, тяжелой ситуации нет в жизни. После отрицания следующая стадия – это гнев. Человек начинает ненавидеть, он находит источник. Ему надо найти в это время причину того, что произошло. Ему нужна причина. Он, когда находит причину, он начинает на нее обрушивать свои проклятия, там все прочее. Это четвертая стадия. А эти следующие стадии, если шок длится там недели 2-3, отрицание, вот это вот третья стадия, длится, может быть, неделю, то дальше... Гнев, стадия гнева, она уже более развернутая, она длится обычно месяца два уже, долго человек ненавидит ситуацию, врагов себе находит. И в это время, допустим, жена ушла, да, и человек попал на стадию гнева. Все, кто поддержали, друзья, жену в это время, она ушла, и они говорят, ну, ничего страшного, это ее выбор. Они говорят, это ее выбор. С этими людьми он никогда не сможет дружить за всю свою жизнь. Когда на стадии гнева кто-то поддержал объект разрушения твоей судьбы, просто по-доброму что-то сказал ему, ты можешь отношения с объектом судьбы восстановить. Ну то есть вот с женой ты можешь восстановить отношения и простить ей полностью. Но тем людям, которые ее поддержали, и в этот ты попал в вот эту ситуацию, практически...
фактически невозможно простить. Очень трудно. Даже если ты с ними их простишь, ты с ними все равно близкие отношения не будешь в это время строить. Это невозможно. И наоборот, на стадии гнева, кто тебя поддержал, они остаются друзьями на всю жизнь. Если тебя люди поддержат в это время, ты всегда будешь считать их друзьями всю жизнь. Даже если они будут как-то неправильно поступать с тобой. То есть такая стадия, делящая мир на две части. Те, кто рядом с нами остаются в это время, они становятся надежными друзьями на всю жизнь. Те, кто поддерживает источник страданий, они уже не смогут потом в жизни восстановить с тобой отношения. Дальше, следующая стадия, пятая, это спор. Когда человек гневается, он пытается снять с себя вину, но постепенно голос совести или Бог, или сверхдуша, по-разному это в разных верах называют, начинает действовать. Он пытается человеку, ведь стресс для чего нужен? Чтобы мы, знаете, витки в жизни такие, вот человек живет, раз, на другой уровень должен зайти. Мы должны перейти на другой уровень существования. Мы должны стать мудрее, и для того, чтобы мы туда перешли, мы должны сначала опуститься на дно. Понимаете, вот так жизнь идет. То есть, чтобы нам стать выше, надо стать ниже сначала. Надо сначала пострадать. И поэтому человек попадает в вот эту вот ситуацию, когда он на дно жизни уходит. Может быть, у него положение сохраняется в обществе, все, но ситуация его разрушает, его самолюбие, самооценку, он становится таким несчастным, замученным или озлобленным и так далее. Ну, то есть разрушенная его правильная самооценка разрушается в этот момент. И человек, проще всего ругать ведь ситуацию людей, но когда человек чуть-чуть приходит в себя, в это время голос совести начинает ему аргументы свои высказывать. Это означает, что так мы вспоминаем, так думаем. Вот человек не может различать совесть, то есть Бога в сердце, он же говорит нам постоянно что-то, Бог, но он говорит нам не словами, а чувством, эмоцией. Понимаете, он нам постоянно с нами общается, Господь. Он говорит нам эмоции, а мы ему говорим словами назад в ответ. Ну, допустим, вот знакома вам такая ситуация, никого нет вокруг, и вы в уме кричите себе в сердце: «Я не могу так больше жить!» Знакома? Кто вот так, кого так было, что в отчаянии так? Кому вопрос, кому кричали? Никого нет. Богу кричали, мы просто не осознаем, мы не понимаем, что он рядом, но в трудный момент мы кричим на него, вот, ругаемся, хотя не понимаем, не осознаем этот момент. Он включает память также, когда человек на экзамене честно учил уроки, и ему нужно вспомнить, что получить 4. Бог ему дает эту память, включает, потому что он честно учился. А если нечестно учился, Бог не включает. Говорит, получай тройку. Ну и так далее. То есть, как бы, надо знать, что у нас есть отношения с Богом постоянные, просто Он не показывается наружу нам. Иногда Он может предвещать что-то в жизни. Ну, приведу пример. У меня такой интересный классический пример был в детстве, запоминающийся. Я очень тяжелая личная ситуация была в жизни, родители ругались там и все прочее. И где-то в детском возрасте, в совсем юном, там, я не знаю, там сколько мне было, то ли 9 лет, что-то такое. Вот, я уже был в полном таком отчаянии, я побежал, уже темно было, не знаю, часов 6, наверное, 7 было вечера, темно, зимой. Я побежал, дом заканчивался, там уже был пустырь и лес. Город строился, и там еще ничего не было. Я побежал на это поле, бежал. Потом упал в снег, начал плакать. И потом встал, интересно, я встал потом на колени, поднял голову вверх, вот так вот, руки вверх вот так поднял. Понимаете, как-то странно. Я ребенок, я же не было, это был атеизм, время атеизма, не было ни церквей, ничего, я не знал, что есть Бог.
Я поднял руки кверху и таким густым, сильным голосом таким закричал в небо, что до 28 лет я буду страдать, а в 28 лет я, и причем я кричал, все свои страдания я получу до 28 лет. А в 28 лет я получу знания, и мне станет легче жить. В 28 лет я узнал о ведах, начал все изучать, и у меня поменялась сильно жизнь сразу в результате этого. Видите, Бог даже нашим голосом может предсказывать нам судьбу. Представляете? То есть Он может даже предсказание нам сделать, если мы искренне как бы настроены. Он может с нами... Но вот в это время, на пятой стадии стресса, Он нас с нами спорит, а мы с Ним. То есть Он говорит, ну, может, ты тоже виновата, что Он ушел? Нет, только Он виноват. И в это время идет спор постоянно. Причем этот спор... Он длится, может длиться не так, как гнев, может длиться 4-5 месяцев. И мы постоянно во время этого спора мы ведем анализ. Идет такой анализ, кажется, что я сам с собой разговариваю. Я убеждаю, что вот я правильно все делал, а он неправильно. Но внутри, в сердце, появляется какое-то сомнение на этот счет, и я дальше убеждаю себе, что я правильно. И так далее, 5 месяцев подряд где-то, может полгода. У кого такое сейчас еще происходит, поднимите? Вот, значит, вы уже на пятой стадии стресса, продвигаетесь вперед. Шестая стадия – это вина. Наконец-то Бог побеждает. Мы спорим, Бог все равно побеждает. И на этой пятой стадии все переворачивается кверх ногами. Ко мне на этой пятой стадии пришла одна женщина, такая смиренная, говорит: «Олег Геннадьевич, к сожалению, из-за моей вины от меня ушел муж». Я говорю: «В чем же такая ваша вина?» Она говорит: «Ну просто, говорит, как там, говорит, есть возвышенные души, есть птицы высокого полета, есть низкого. То есть я грешница, он святой. Вот, и поэтому я с таким возвышенным человеком жила и не дотягивала до него. В результате он ушел». Я говорю: «Ну, святые люди не уходят, они наоборот терпят все и как бы и прощают, потому что святость смирения заключается, а не в гордости своей чистотой». Она говорит: «Ну, здесь другая немножко ситуация, просто Бог ему дал такую же возвышенную девушку, как он». И он сам так мне сказал, говорит: «Вот ты видишь, ты такая грешница, ты как бы оставайся одна, а я возвышенный такой, буду жить с другой возвышенной девушкой». И она говорит: «Вот и слава Богу, что он ушел вот к ней, сейчас у нее все хорошо, у них такая возвышенная семья, а я вот грешница одна осталась, Олег Геннадьевич». Вот она, шестая стадия стресса, классика жанра. Я говорю: «Вы всегда так считали?» Она говорит: «Нет, тут последнее время». До этого я даже его ругала. Ну вот я и объяснил, что вот так стресс развивается. Человек начинает себя винить, потому что цель какая вот этого всего? Знаете, какая цель? Когда я гневаюсь, я хочу его наказать, чтобы он вернулся. А когда я испытываю вину, я тоже как бы хочу, чтобы он вернулся с помощью вот этой вины. То есть если я раскаиваюсь в сердце, значит, он вернется. Я раскаиваюсь, виновато себя чувствую, а он все не возвращается, не возвращается. Потому что цель этой вины какая? Облегчить себе жизнь. Все это время на всех этих первых стадиях стресса человек чем занимается? Он хочет уйти от сердечного труда. Он не хочет молитвы, он не хочет духовной жизни, он хочет возвращения назад ситуации. И поэтому люди ко мне подходят, 90% время консультации – они торгуются с Богом все. Они подходят ко мне, говорят: «Олег Геннадьевич, ну все понятно, молитва там, все понятно. Когда замуж-то выйду?» То есть деньги уже как бы я плачу. «Где стулья? Стулья давайте». Они, то есть, когда человек к старшему подходит, он всегда с Богом общается на самом деле. Я, если искренний человек, я могу его в боли как бы сказать.
И люди спрашивают, вот им, и когда я сказал, когда, они все понятно, и сразу уходят. И это означает, что человек больше вообще делать ничего не будет. Он будет ждать, а потом скажет, Олег Геннадьевич меня обманул. Он мне сказал, вот через 9 месяцев, причем я говорю, начнется благоприятный период для замужества. А человек понимает буквально, через 9 месяцев мужика, мне мужика. Все, это означает нежелание трудиться сердцем, лень души. Это обычное качество всех нас. Мы все ленивые сердцем, нам не хочется трудиться сердцем, нам хочется от Бога поблажек всегда, чтобы все было хорошо. И мы желаем друг другу этого, говорим. Я желаю, чтобы у тебя всегда все было хорошо, чтобы Бог давал тебе только одни поблажки. Но, к сожалению, жизнь не для этого предназначена. Она предназначена для труда души. Когда человек трудится душой, тогда он развивается. Причем Богу вообще не интересно, как будет складываться наша жизнь. Ему интересно, чтобы мы в ней развивались. И вот в этих двух снах, которые я вам вчера рассказывал, был один завершающий момент, который я перенес на сегодня. Я уже вам говорил, что я заметил закономерность, что все как будто бы одно и то же. Только в разной ситуации, события, но идея одна и та же. В сердце такое чувство, что как будто все повторяется. Тогда я задал себе в сердце вопрос, а зачем все это надо? И ответ был такой, да, в общем-то и не зачем. Нет в этом во всем большого смысла. И тогда я следующий вопрос задал, а зачем тогда моя жизнь? И ответ такой вдали где-то я почувствовал, не слова, а вот как ощущение такое. А для того, чтобы ты меня вспомнил, нужна тебе твоя жизнь. Вот когда у нас страдания наступают, мы Бога вспоминаем. И вот в этом смысл всей нашей жизни. В то время, когда мы хотим убежать от ситуации, думаем, проклинаем судьбу, думаем, все плохо, что вот это и есть то, что, чего я в жизни не хотел, никогда не хотела для себя. В этом и есть смысл всей нашей жизни, в этой ситуации. Именно в этой ситуации, для этой ситуации вся наша жизнь предназначена. А мы хотим, чтобы она закончилась быстрее. Почему? Потому что жизни настоящей, труда сердца мы не хотим. Мы хотим спать душой. И об этом тоже есть песня Ярослава Климанова, но у нас сегодня как бы... А? Может, починили? Сейчас посмотрим. Если бы погромче, было бы нормально. Но кто-то должен был уже сходить, я же просил. Как бы никто не сходил. А? Ну сходите. Нет, здесь не надо помогать. Что здесь? А, видите, вы знаете лучше, чем я. А где он находится, этот монолит? Спасибо вам. Я просто не разбираюсь в этом. О, интересно. Что-то вы программу какую-то же включили? Нет? Ничего не понял. Ага. Теперь. Долго это еще? Отлично, да.
Если еще погромче сделать, будет вообще хорошо. Это уже не ко мне. Сейчас скажу наверное. Ага. Ладно, мы подождем, сейчас уже точно услышим. Итак, видите, это плохая судьба так действует, а я на радиорубку, да? Вот классический пример. Время подействовало, всегда было нормально, а тут раз, у меня что-то не получается. Так действует как раз время. Это надо понять, что вот человек должен проглотить ситуацию, принять ее, и тогда начинается работа над ней, победа над судьбой. Интересно говорить об этом можно, когда ситуация приходит, то тяжелее. У меня разок была такая же тоже лекция «Победа над стрессом», и вышел на сцену мужчина в черном, в Питере это было. Мужчина такой в черном, такой идет и смотрит на меня такой неотрывно. Ну, как таких, как, знаете, как вот это, в боевиках таких фильмах, такой весь крутой такой, ну как, боевой стиль такой у него, такой черный, вся одежда такая, вот. И он вышел, и на сцену идет такой, и на меня смотрит твердым взглядом таким. Я говорю, вы что-то хотели? Он говорит, я знаю, что я хочу. Такой, я лекцию читаю, он встает сзади меня такой, прямо вот так сзади. Встает, и я смотрю на людей, я не обращаю на него внимания, на людей смотрю, все побелели. Так раз, и побелели все люди. Зал такой, все сидят как скованные такие, не могут подвинуться даже. Я думаю, наверное, сейчас он меня прибьет. И у меня такие, вот смотрите, как состояние, у меня холод пошел по телу такой, холод пошел. Ноги начали сковываться такой в ногах, голос начал терять силу. Я начал вспоминать своего наставника. И думаю, ну у меня сейчас есть два варианта. Или сбежать со сцены, первый вариант, или помереть героем, второй. Я думаю, помереть героем лучше. Такой, как бы торговля пошла внутри. И вот как я так подумал, он раз ушел. Со сцены взял, пошел, все, и вышел. Такая интересная история. Потому что страшно было. Смерть, когда приходит, смерть люди видят, страшно становится. Это нормально. Он так был настроен просто человек. Можете себе представить? Нет? Второй случай такой был. Вот сейчас вы представите. Этот случай проще представить. Летим на самолете и садимся в Минске из Литвы. Из Вильнюса как раз летели мы в Киев. А нет, в Минск летели. А в Вильнюс садились, в Минск летели, в Вильнюс садили и летели из Европы. И, короче, там была туча такая грозовая. Летим, 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 ясная погода, туча вот эта вот. И он, самолет летает в эту тучу, а видно, он не понял, что туча, потому что обычно они облетают такие вот места. Но была ясная погода, и он не думал, что там может быть какая-то серьезная активность. И он прямо в эту тучу влетает, а там вот такая грозовая ситуация, напряжение сильное. Из-за этого напряжения самолет так, не вот так вот чуть-чуть, а прям вот реально вот пошел вот так болтаться сильно. И пошел еще вверх-вниз, вот так болтается еще и вверх-вниз. Ну просто, знаете, вот как будто вообще просто, я не знаю, как будто сейчас прямо его порвет, вот такое чувство было. И весь народ хором, вот весь самолет, сколько было людей, все, а-а-а! Вот такое вот, это я сейчас могу так говорить. А тогда было тяжело. Включить? Да? Любую программу, включите любую программу. У меня все подключено, мы с вами проверили, все работает. Да? Ну ладно, вы не волнуйтесь, все нормально. Значит, без песен сегодня. Ну проверьте какой-нибудь файл. А я вот проверяю. Звуковой любой.
Вот. Она идет что-то тихо очень. У себя делаешь значок, проверьте уровень звука. А вот все поднято до конца. Ну, ничего страшного, не переживайте. Она идет, музыка, все. Просто тихо очень. Еще добавить? Если добавите, будет классно, да. Если сейчас добавите, будет супер. Да, вот это, только это нужно сделать, если у вас есть возможность еще добавить. Вот, и я тоже заорал, представляете? Я там в самолете тоже начал, ну не так, не как женщина, так. Вот так сюда из меня вырвалось. А потом, когда это все закончилось, меня начало трясти. Вот так вот, тряска такая пошла. Вот, и потом я проанализировал, вот время в этот момент сгустилось, плохое, так бац! Один момент оно подействовало, повлияло, одномоментно. Причем интересно, что я всегда перед полетом сажусь, начинаю молиться и пытаюсь понять влияние времени. Есть симптомы, как оно действует, стопроцентные, никогда не ошибаешься. Я сел, расслабился, так руки положил, начал молитву и чувствую, что энергия пошла по левой руке. Когда по левой руке энергия у мужчины идет, ну то есть энергия или холод, или жесть, какая-то покалывание, напряжение, чесаться начала левая рука, там что-то с ней такое неприятное происходит, это значит, что для мужчины, что будет плохое событие. Причем можно даже определить, когда. И я начал смотреть, думаю, где-то в конце полета что-то будет такое. И потом дальше молитва, и молитва... Пошла и смотрю, молитва это все снялось. Думаю, ну значит все ерунда, ничего страшного. Но эта ерунда оказалась вот такой, что потрясло нормально. Вот. У женщин наоборот, по правой руке идет вот такой холод, напряжение, покалывание какие-то, если она думает о событии. Но условие такое, ты должен быть спокоен в это время и не бояться события. Нужно сначала до стадии спокойствия в молитве войти, когда у тебя в сердце спокойно, а потом, когда ты успокоился... Дальше ты свою память соединяешь как бы с руками и смотришь, куда она идет, вправо-влево. И в это время Господь показывает отлично, да? А? Да нормально уже. Слушайте. Не слышно? Ну, давайте сейчас попробуем другую песню. Все, не будем ничего налаживать. Наверное, просто я вчера тоже одна песня спелась, другая не спелась здесь просто. О! Не слышно, да, звук? Ну ладно. Ну ничего страшного. Зато наша главная нормальная. Это просто особенная, наверное, студийная запись какая-то, и ее видно там в настройке. Ну, в общем, бог с ней. Ничего страшного. Ничего страшного. Я вам сейчас другую песню, раз вы на песню настроились, я сейчас включу, и точно мы ее услышим. Есть одна песня, которая указывает на то, как надо настраиваться на святость. На старших. Хотите послушать? Она вот показывает вот это вот настроение.
которым человек должен быть, чтобы судьбу побеждать. Это можно на человека старшего настраиваться, на икону, на святое место, такая к старшему, к святости. Да? Не было слышно? Она пела: «Ваш путь мне неведом, куда летите вы, но я за вами следом, чтоб стать глотком воды. Там, где солнце обжигает по песку, как по углям, мне вашей веры не хватает, чтоб припасть к нему ногам. А мне бы только рядом быть, стать облаком защитным от беды, стать ветром, напевая ваши песни, свечой гореть над книгой или капелькой воды прониться после вас на том же месте». Ну, то есть желание служить, желание быть рядом, вера, вот такое вот настроение. Понимаете, когда человек так настроен по отношению к святости, по отношению к алтарю, по отношению к Богу, тогда он побеждает судьбу, без всякого сомнения. Причем это касается именно вашей веры, ничего нужно и не нужно менять, просто человек должен следовать своим путем и вот в это настроение войти. Это настроение достигается изучением, нужно читать о жизни святых людей, нужно ходить туда, где людям помогает. Допустим, вот в Москве, я когда там жил, я много раз видел, как к Святой Матроне очередь стоит и днем, и ночью, никогда не заканчивается. Я думаю, что же такое, почему так? А потом у меня тоже ситуация в жизни была, я ее икону взял, смотрю на нее и говорю: вот так вот, как мне делать, что мне делать в этой ситуации? И как бы на нее смотрю, ответ жду. И раз мне ответ, а всегда правда она горькая. Я такой: о, вот так, оказывается, надо делать. А может так? Я для себя говорю: а может так все-таки? И ответ такой: может быть и так. Не хочешь правду, делай, что хочешь. Я сообразил, понял, что вот так все-таки правда была сказана. Я начал через силу делать, как она сказала, и спас ситуацию. То есть неожиданно все разрулилось. Ну, то есть, другими словами, святость есть. Есть сила, которая помогает, но мы просто не изучаем эту тему. Мы живем обычной жизнью, не знаем, что так вот, что это работает. Причем даже, может быть, мы изучаем, но не настолько сильно, чтобы вот такие песни из сердца вырывались, понимаете? «Ваш путь мне неведом, куда летите вы? Я за вами следом». Понимаете? И так далее. То есть надо вот так вот настраиваться.